В Днепре общественники требовали отставки главного полицейского области. Говорят, во время руководства Игоря Репешко криминалитет почувствовал себя вольготно, а сами активисты то и дело слышат угрозы. Сегодня с претензиями пришли к зданию главка. Что из этого вышло? Материал Елены Миндалюк. На этих видеокадрах взрыв во дворе дома, где находится офис общественной организации. Инцидент произошел еще 30 ноября прошлого года. Взрыв был мощный. Осколки гранаты и куски асфальта разлетелись на приличное расстояние. В окнах повылетали стекла. Злоумышленник до сих пор не найден. Мы считаем, что это было непосредственно покушение против наших активистов, потому что поступали непосредственно нам угрозы. Была стрельба по нашим активистам. Общественники уже 2 года борются с забегаловками, наркопритонами и нелегальными игровыми заведениями в городе. Рассказывает полиции, которая, по их словам, все это крышует, а не как кость в горле. Активистов начали запугивать и преследовать. Против них якобы сфабрикованы уголовные дела за крышевание тех самых забегаловок и игровых залов. А буквально несколько дней назад был очередной звонок. Человек позвонил, мы с ним встретились, и он передал нам такую информацию, что лучше всего вам на эти 2-3 дня туда-то уехать. И поберегите ваши семьи, не живите дома. Активисты не испугались и вышли на митинг в главку требовать отставки начальника областной полиции Игоря Репешко. Уходите, уходите, вы нам не нужны здесь, такой генерал нам не нужен. У нас ситуация такая, полностью, мы сейчас собираем подписи. По статистике, вы знаете, с вашим появлением, что произошло в городе Днепропетровске? 4 раза возросла преступность. Репешко, улица! На повышенных тонах разговор длился около часа. Писать заявление по собственному желанию Репешко отказался. Вместо этого написал рапорт. Он подал рапорт на проведение служебного расследования, и під час его проведения він просит керівника Нацполіції, мы також до нього звертаємося, щоб він його відсторонив. Приймет он решение, значит, все хорошо. Новоназначенный глава Нацполіції Сергій Князєв ситуацию пока не комментировал, а вот активисты предупредили, через 3 дня снова придут главку, будут требовать обнародования результатов служебного расследования. Елена Медлюк, Евгений Коницов, подробности, телеканал Интер, Днепр.